Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Эмпаут, а я вот бегу уже на зеленый обелиск, потому что сейчас мы пойдем на Альфа Мегапитека. О, уже там сбор, охренеть. Да, я опаздываю, потому что пока настраиваю эти гребаные настройки звука, чтобы меня было вам хорошо слышно. Задержался очень сильно. Так, ну ладно, главное, что я уже тут. Так, ну, сегодня вот идем на рексах. Каких? 300-х уровней примерно. Ну, он почти 400-й. Стоит рекс. Так, о, Ванька. О. Так, окей. Через 20 минут фреакари. Так, это приятное вегетарианское блюдо. А, наполняет приятным теплом, окей. Так, кого клинить? А, во. Окей. Ну, думаю, вот с Альфа Мегапитеком у нас будет намного проще, чем с драконом вчера. Поэтому... Ставьте кулачки там, лайки за то, что вот второй день подряд идем на босса. Это же не всегда так. Да, эксклюзив вот вам дарю. То, что вот иду с пацанами, которые вот выращивали рексов, старались. Иду вот с ними на босса. Ну вот поэтому огромное им спасибо за их труды. Теперь вот я могу их труды, разумеется, запечатлеть в хорошем качестве. А характеристики у Рекса это как 35 тысяч хп. Выносливость 2к, урон 717, ну, нормально. Так, это кто? Отец Никодим. Так, ну вот и Никодим. Пришел. Сегодня без голосового чата. Вчера что-то с голосовым чатом у меня обработка видео пошла сложно как-то. Потому что где-то 3 раза подряд прога вылетала, лагала. Как-то так. Ну вот все у нас рексов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 рексов. Идет в бой. Сколько там осталось? 17 минут и суп. И супчик конец. Ну будет круто, скажу сразу, потому что это Альфа Мегапитек. Просто Мегапитек. Ну и соответственно рексы. Сделаны. Что-то сейчас подфризили немножко. Так вот. Отец. Кстати, очень прикольно он сделал персонажа. Так. Стартует.
Сегодня, судя по всему, Джо не будет. Даже как-то странно. Ну, сегодня, зато, надеюсь, Ванька попадет на арену, потому что вчера его почему-то не кинуло на арену, хотя вроде наше количество бойцов не превышало 10 человек. Вот и все. Главное мне сейчас под конец успеть шубу напялить. Все, стартуем. 20 секунд уже пошло. 17 секунд. Так, с нижним делом 14, сейчас на 10 секундах. Все, пошла жара. Одеваюсь. Раз даже быстрее меня на арену парк. Это, наверное, связи голосового чата вчера что такое. О, охренеть. Хорошие доспехи снежные. Какие? Ну-ка. Подмастерье. А, это одно подмастерье. На всякий случай это не думаю, а то что зря что ли сделали. Ого, побежал горилла. Да. Как хорошо, что сделал вот так вот.
нормально стоит, еще держимся нормально. А, ну да, забрали. Хорошо так сходили. Базе сниму шубу. Так, где она? Вот. А нет, вот. Так, есть здесь время. Вот такой вот у нас сегодня поход. Быстрый даже, хочу сказать. Ну ничего, скажу то, что серия удалась, но она больно маленькая, поэтому этот фрагмент еще будет дополнен сейчас немножко погодя. Потому что реально больно мало. Ну ладно, дорогие друзья. С вами был Тутом Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы сегодня сходили на Альфа Мега Дитека. Всем удачи, всем пока.